Яркинки – веселые ребята. Вырастают из семян довольно быстро. Высота этого кустика сантиметров 30-35. И будет он цвести довольно долго. На солнце высота кустика намного меньше. Вот здесь он у меня сантиметров 18. После отцветания будут сформированы семена. Бутончиков еще много. Посадила я на рассаду. Хотя можно сажать и семенами, но будет это намного дольше. Цветы увидим позже. Сейчас конец июля, а высаженные семенами георгинки, веселые ребята, еще не цветут. Вот так. Поэтому я, конечно, советую сажать на рассаду и потом рассаживать. Георгинки, веселые ребята, весьма привлекательны. Есть и крупные, есть и мелкие, однорядные, двурядные. То есть природа весьма одарила сорт георгин, разновидность георгин. Семена формируются вот так, после отцветания, но эти семена еще не готовы, не созрели. Их нельзя собирать, только когда будет полностью сухая вся вот эта часть, бывшая цветком, останется на цветоложе, на чашелистиках. Вот тогда можно будет собрать. А пока просто любуемся цветком. Диаметр этой георгинки где-то 5 сантиметров. Маленькая, красивенькая, кустик компактный. И после отцветания она формирует клубни, которые также можно собрать, сохранить в погребе. И потом получится уже немножко другая разновидность георгин. Если куст растет в тени, то высота его, конечно, намного выше, вот сантиметров 40. И не такое яркое цветение. Поэтому стараться сажать, хотя это и полутень, но все-таки любит больше солнышко. Эти георгинки красиво смотрятся в сочетании с тагетисом. Будут цвести они еще до осени, до заморозков. И никакого с ними ухода. Главное так полить, чтобы не очень земля сохла вокруг. Вот здесь у меня посажены веселые ребята вместе с живучкой. О живучке можете посмотреть видео. И живучка образует как бы нижний ковер. Вот он здесь, рядом очиток, тагетис. Красивое сочетание.